Доброго времени суток, дорогие мои! Сегодня буду пробовать хачапури по-аджарски. По-татарски, а не по-аджарски. Что нам для этого нужно? Вот здесь у меня смешанная мука. Второй и первый сорт. Тут 400 грамм. Ну, начнем с жидкого. 300 грамм теплой воды, 300 грамм. Добавим сюда вот эту чайную ложечку. Вот такие у меня дрожжи. Чайная ложечка. Я дрожжами не делаю, но здесь, ну, без вариантов. Я боюсь, что у меня долго будет подниматься тесто. 10 грамм соли. И вместо молока, ну как, вода или молока можно. Но так как у меня вода, то добавлю, у меня сухое молоко я использую. Вот, чтобы вкусно было. И кашу маслом не испортишь. Масло растительное. Ну, 3 ложки, допустим, я добавлю. Я тесто это делаю такое, ну вот, первый раз. Эксперимент. Просто сыр сделала домашний. И это много получилось. И поэтому хочу попробовать. Ну, будем добавлять муку. Тесто, ну, по-моему, должно получиться такое не твердое, не мягкое. В тесте у нас что главное? Чтобы не прилипало к рукам. Ну вот, через полчаса, сейчас хочу тесто перемесить. Подняться. Вот видите, оно не мягкое, не жесткое, не сразу возвращается. Теперь дадим тесту подняться. Пока поднимается тесто, будем готовить начинку. Так как у меня хачапури по-татарски, будем использовать вот сыр, который я сама сварила, вот эту массу. Ее нужно перетереть на терке. Да, перетирать будет ассистент. На крупной терке. Она отрезана. Открой, покажи, пожалуйста. Вот такие, вот на такой терке она будет перетирать. Сейчас перетрет. Кто-то Ирку научил рогаткой стрелять? Олега. А кто ему рогатку сделал? Ажека. Что Ажека хочет, чтобы Таир что научился? Я выхожу попасть, когда я попаду, а я даже стежка вперед. Будешь учиться, да? Ты обязательно попадешь? Да. Смотри на меня. Мой Таирка, на меня смотри. Таирка научится в яблочко попадать? Да. Мое сладкий. Припыляем стол немножко мукой. Приспособлю вот эту лопатку. На 3 разрежу. В принципе, хачапури это как хлеб, сыр, брынза, там что у кого, кто на что гораст. И чтобы сковородку не пачкать, туда еще яйцо добавили. Но это я так думаю. Может, вся история была по-другому. Тесто сильно мучить не буду. Тесто сильно мучить не буду. Раскатаем
Я люблю. Вот оно по-другому получается тесто. Вот если его вытягиваешь. Я его сначала раскатываю, а потом я его вытягиваю. Вот так вот. Оно получается ровненькое. Ну вот, у меня получились вот такие пласты. Я их расстелила на бумагу А3, чтобы это легче было потом класть на этот. Ну и берем вот наш натертый сыр и раскладываем. Вот так вот. По вот этим краям, которые ближе к борту. Они у меня разные, потому что это, ну, как бы порционная еда. Теперь вот этот, на котором покажу, начну вот с этим, начну показывать. Вот этот борт, его вот так вот складываешь и, ну, как бы придавливаешь. Вот так вот придавила. И также это следующие тоже, также последующие. Придавливаю слегка пальцами. Теперь вот это берешь и так вот формируешь лодочку. Одна лодочка готова. Вторую лодочку. Ну и третью. Теперь оставшийся сыр досыпаю вот сюда, в серединку. Вот здесь в середине нужно оставить для яичницы. Вот так. Теперь переложу их на лист. Видите, с бумагой оно удобнее перекладывать. Сюда одну. У меня многоразовая бумага. Все встало на место. На пробу и дам постоять минут 15. Прошли 15 минут, тесто вот уже немножко поднялось. Теперь возьму, у меня желток,
Ну и чуть-чуть водичку я добавила. Ложечку одну маленькую. И вот смазываем. Печь я буду в электрической духовке, потому что у меня газовая. Что-то к хлебу немножко только приноровилась. И поэтому печь буду в электрической духовке. Очень хорошо мажет. Силиконовая там у меня, в другом доме. А вот эту попробовала, шикарно мажет. Все, кладем выпекать. Вот на этой стадии я посмотрю. Низ уже почти красивый. Сейчас буду выливать по яйцу. Яйца получились крупные. И аккуратно поставлю допекать. Вот такая красота пока. Вот так у меня получилось. Засмотрелась на эту голубицкую. Думала, и, ну, кажется, опоздала чуть-чуть или что. Ну, не знаю. Мне все равно нравится. Как бы желток-то там он не сварился, он просто вот этой пленкой, у меня яйца получились большие. Сейчас будем дегустировать. Правила, как нужно есть это хачапури, объяснила. Смотрите исполнение трюка. Вот так, молодец. Дальше. Отламываешь, вот это перемешиваешь. Вот, из-за голубицкой чуть-чуть передержала желток. Но вот здесь оно с сыром, вот здесь отсюда отломать надо. Вот обыкновенная деревенская еда. Ленивая яичница. Хлеб с сыром и с яйцом. Как? Вкусно. А ты что сидишь? Бери. Бери, бери. Возьми, в яйцо макни. Кушай. Ну ладно, кушай, горячее, осторожно кушай. Как? Вкусно. Джана.